чеченский футбол в рамках «Ахмат Кубка». В полуфинальном матче встречались команды АПК «Самашки» из села Самашки и клуб «Ахмат» из Хусиюрта. «Ахмат» является лидером российского 3-го дивизиона, лидером нынешнего чемпионата, плюс действующим чемпионом, а «Самашки» играет в первой лиге. Хороший момент, но Сирожденов показал класс суперсейв, Резвана не позволил ни Ахмату выйти вперед. Okay, okay, oh! Okay.
чаю, чухаю.